Авиан Продакшн. Всем привет, с вами Авиан. А сегодня у нас какой-то хоррор. Я не успел прочитать название этого хоррора, но судя по маньяку по этому или какой-то Боров, я не знаю, с тесаком с таким массивным. Слишком жуткий чувачок. Там в углу лежит какая-то тёлка, судя по всему. У нее ноги в стене почему-то застряли, но это мало кого волнует. Ладно, давайте нажмем играть. Я уже чуть-чуть там поиграл. То есть давайте поиграем на уровне легко. Потому что только этот уровень нам доступен. Все, начинаем игру. Я в основном люблю играть вот в трешатин наподобие. А, эта игра называется The Virus. The Virus. Virus. Я не знаю, как правильно читать. Значит, надо сейчас подняться, посмотреть, что да как. У меня почему-то рука. Тихо-тихо-тихо. Что у меня с рукой? Что это за культяпка? Я не пойму. Но это типа как? У него палец большой, настолько большой. Что случилось? Да уж. А что за да уж? В смысле, я за дверью стоял как бы. Так, все, пойдем. Карта. О, но эта игра очень длинная. Блин. А что ты немножко очкую? А вот он. Ладно, еще одна попытка. Он выходит оттуда. Значит, мне нужно идти куда-то сюда. Тут еще один бейсмент. Дверь сама закрывается. Так, значит, тут что есть? Шкафчики. На всякий случай. Бензола закончилась. Переключатель. Так, клапан. Он застрял. Как обычно, застревает все в играх. Я этому не особо удивлен. Бляха-муха. Я в шкафу, я в шкафу. Я уже ненавижу эту игру вообще всем сердцем. Зато теперь я знаю, куда мне идти. Так, тут что у нас? Так, тихо, тихо, тихо. Тут еще картины всякие есть. Ничего себе. Вот эта вот, кстати, картина мне до боли знакома. Где-то я ее видел в каком-то учебнике. Я понял, понял. Не хочу туда идти. Хочу, например, пойти обратно, куда я шел. Допустим, сюда. Мне, кстати, очень сильно не нравится графика в этой игре. Она какая-то, я не знаю, прям тошнотворное зрелище. Так, что это у нас? Объект будет открыт в следующей главе. Ясно. Ну, видимо, игра какая-то, не знаю, слишком плохая, что тут даже в ванне можно прятаться. Опа, опа, что это у нас? А вот и первые баги пошли у нас. Так, значит, я могу видеть сквозь стены в каком-то ракурсе. Это очень полезная функция, я вам так скажу. Это у нас подсказочки, зачем они мне нужны? Точно не знаю. Стулья. Ну, что можно про стулья сказать? Стулья как стулья. А вот про маньяка, что хочу дополнить. Так, первая записка. Она не была человеком. И что же это нам дает? О, кредитная карточка. Зачем она мне нужна? Этого мне еще не понять. Что-то музыка, кстати, нарастает. Так, я буду, скорее всего, по боковым стенам прятаться, потому что мне так хочется. Бензол! Можно идти в подвал. Да ладно.
Капец, кому-то ноги оторвали. Чё? Чё там было написано? Я могу сквозь кровать ходить? You can... А, тебе нужна камера, чтобы записать все это. Понятно. Ну, что я могу сказать? Тут можно под стол прятаться, я так понимаю. Это очень полезная функция, на самом деле нет. Здесь ни с чем взаимодействовать нельзя, как я понимаю, да? Так, сейчас у меня один путь. Так, стоять. Это у нас что тут такое? Какой-то проход куда-то ведет. Да, игрушка, ее хвалили, кстати, очень сильно. Я не пойму, кто ее хвалил. Вам нужно... в подвал попасть сначала. Что, собственно, я сейчас попробую сделать. Да, игрушка напряжная. Очень напряжная. Сюда я пока не буду заходить. Пока я не сбился с курса, мне надо в подвал зайти будет сейчас. Да, потом вернуться обратно и картой провести там чик-чик-чик. Так, бензола, бензола. Он же сейчас сюда придет. Да? А в шкафу он меня увидит? Все ясно. Что мне делать? Ладно, ладно. С игрой не поспоришь. А что мне сейчас с рукой стало-то? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Он там где-то ходит. Так, сохраняй спокойствие. Когда вокруг тебя, как говорил... Как же его там звали? Джейсон Броди? Из Far Cry. Когда вокруг тебя безумие, нужно сохранять рассудок. Чем я сейчас, собственно, пытаюсь заняться. Но рассудок с этой игрой не сохранишь, потому что я как только на эти стены посмотрю, меня аж тошнит. Так, ничего примечательного не происходило. Самое главное сейчас, чтобы его не оказалось на моем пути. Вот сука. Спасибо. Так, я нашел более-менее адекватное место какое-то. Тут, я так понял, это мясо, а это мозги. Прикольненько. Мне нужно все это отснять. Ну что ж, я заново начал. Скажу по секретику. Меня до того уже задолбал этот маньяк, что я выбрал режим привидения. Потому что, ну реально, я не могу... Куда я ни пойду, он меня везде преследует. Вот согласитесь с этим. Вы же очевидцы всего этого. И вот что, мне не стыдно признавать. Да, мне как бы... Я бы мог пройти игру на режиме на этом легко. Потому что... Ну я как бы видео сейчас записываю, обзор делаю на игру. А не просто ее прохожу. Но поэтому скажу сразу, в эту игру играть не рекомендуется. Ну вас стошнит вот от этих стен, от этих потолков однотипных серых. И поэтому я хочу, я конечно же забочусь о подписчиков, о своих, но вот в эту игру вам играть не рекомендую, так как она слишком, ну уж прям противная, мерзкая. Вот. Нужно найти доказательства и позвонить, как понял. А вот и ты. Вон он стоит. Офигеть, офигеть. Вот это вот вершок тут пришел. Где он, слышит? Он бег слышит? А, я думал, сквозь стену пропал. Интересненько. Блин, драма три Ван Дамма прям в натуре. Пошел обратно куда-то. Тупой какой-то реально.
Я пока ничего не нашел, я задеспавнился, и все предметы пропали. Ну, то есть предметы... Он сюда уже? Он уже здесь? Он уже здесь? Серьезно? А что двери сами по себе открываются, закрываются? А, серьезно, он уже здесь? Нифига ты быстрый. Дверь заперта. И что мне теперь делать-то? Тут есть переход такой между локациями, можно так его назвать. Ой, вы серьезно заявляете, что вот под этим столом можно спрятаться? Капец, это так тупо. Ну не знаю, вот я маньяк, допустим, захожу в комнату. Ага, под столом черт сидит, подойду. На нафиг и все. Какая же это тупая игра, меня уже тошнит от нее. Я пытаюсь хоть что-то найти, и мне это не удается. В подвале ничего нету. Какая-то тупая прям игра. Серьезно, еще эта рука, блядь. Зачем она нужна? О, мне она уже надоедает по-тихому. Ладно, давайте сейчас я еще чуть-чуть побегаю. И нашел камеру, собственно. Пойду записывать улики. У меня уже есть несколько улик. О, я прям его сфотал на фоне кишков. Офигеть, вот это раритет. Красиво получилось, красиво. Потом сфотографировать вот эти вот ноги, которые лежат на кровати. Нет, вы такой хоть раз в жизни видели? Блин, капец. Вот каким тупым надо быть, чтобы такую игру создавать? Я вот того же мнения. Вот это надо сфотать и отправить в рапорт. Капец. У меня просто нет слов от этой игры уже. Ну что, сфотографируем тогда вот так вот. Пару фоток сделаю. А, пару нельзя фоток делать. На один снимок было рассчитано. Хорошо. Что ж мне еще такого нафотать тут? О, вот кот. Кот. От чего кот? Правильно, мы это не узнаем. Ведь я не собираюсь проходить эту игру от и до. Я просто делаем обзорчик. Что еще угарного здесь есть в этой игре? А? Это что, береза, что ли, какая-то квадратная? Ну, игра так... такой тупизм просто, я не могу. Тут еще перевод какой-то странный, я не понимаю некоторые моменты в этой игре. Вот это вот что, например? Короче, все, меня уже... тошнит от этой игры, вот в прямом смысле тошнит. Я вот без обмана говорю, что меня реально тошнит вот от этого верзилы. Поэтому я как бы хочу на этом закончить, на этой счастливой ноте. И оставить вас в покое, меня тоже. Всем спасибо за просмотр. С вами был Авианчик. И до скорых встреч. Увидимся с вами приблизительно через пару дней, так как я выпущу новое видео, надеюсь, по хоррору. Если вам нравятся хорроры, пишите в комментариях. Также ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше людей любят хорроры. Все. Спасибо за просмотр. Подпишись и пока.